10 солистов детского хора «Соловушки» сегодня отправились на Олимпиаду в Сочи. Они будут петь на закрытии игр. Ребята вошли в состав сводного хора России вместе с тысячей ребятишек со всей страны. В нашем хоре 46 детей. Среди них нелегко было выбрать 10 самых голосистых и ответственных исполнителей. Все они неоднократные победители и лауреаты различных конкурсов и фестивалей. Первая репетиция сводного хора прошла еще в начале января в Мариинском театре Санкт-Петербурга. С ребятами занимались лучшие хормейстеры страны. У солистов было много впечатлений от северной столицы и от встречи с президентом России. Сегодня соловушкам пожелали успешного выступления и хорошей дороги в столицу зимней Олимпиады.